Мы находимся на форуме магазин 2021, разговариваем с нашими экспертами. Владислава у нас только что отвыступалась, она у нас спикер. Владислава, расскажите, пожалуйста, как компания Google Business Class может быть полезна маленьким small retail, чем вы помогаете нашему бизнес-сообществу? Чем мы помогаем бизнес-сообществу? Я представляю проект Google Сбер Business Class. Это большая образовательная бесплатная платформа для современных предпринимателей, в том числе и для руководителей, и в том числе для ритейла. Это замечательная платформа, на которую вы можете бесплатно подписаться и получить все необходимые инструменты в области финансов, организационной структуры, маркетинга. Ну и в частности, я как раз отвечаю за направление работы с персоналом и за личную эффективность, о чем я и рассказывала сегодня слушателям. Смотрите, мы находимся на форуме, который связан про ритейл. То есть есть ли какая-то специфика у ваших инструментов или у ваших знаний, чтобы они были полезны руководителям small retail, либо вот вообще то есть теми, кто... Я так понимаю, у вас же широкая история, то есть вы учите любых руководителей. А есть ли какая-то особенность или специфика, которая полезна ритейлерам? Специфика... Я огорчу, наверное. Специфики нет, потому что тема у меня личная эффективность руководителя. И независимо от того, в каком ты бизнесе работаешь, у тебя управленческие навыки всегда одинаковые, правильно? Планировать, организовать работу, замотивировать, контролировать, правильно? Поэтому специфики, наверное, нет, потому что личная эффективность, она в любом бизнесе важна. А сейчас будет неожиданный вопрос. COVID, 20-й год у нас прошел, всем было сложно. А как изменились инструменты или подходы руководителя к своим людям, к своим подчиненным или к своей команде? Вот не благодаря, конечно, не благодаря ковиду, а вот вопреки ковиду. Ну, замечательный вопрос. Мы говорим о том, я как раз об этом рассказывала, мы говорим о том, у нас такая старая народная мудрость есть, что чувства проверяются на расстоянии, да? И вот как раз пандемия очень хорошо нам показала срез, что если в командах не выстроено доверие, то когда мы уходим работать на расстоянии, то если доверия нет, команда очень быстро вскрывается и теряет эффективность. Поэтому сейчас самое важное, если вы хотите быть на плаву и преодолевать кризисы и трудности, нужно уметь сегодня, сейчас, пока нет ничего, учиться выстраивать доверие в ваших командах. Потому что когда возникнет кризис, мы держимся только за счет доверия. Потому что взаимопомощь – это фактор эволюции. Если у вас нет взаимопомощи, вы не сможете эволюционировать. Вот, собственно, об этом была история. Вот такая экспертиза звучит в стенах ЦМТ на форуме магазин 2021. И переключайтесь, скоро включение с новыми экспертами.